Тренное состояние у тебя, Рома. Духовно. И ты сейчас, видишь, какой психованный. Тебя еще не трогают, не задевают, просто разговаривают, и ты аж лопаешься от злости. Я дальше посмотрел, когда ты, знаешь, в чашку вот так вот зачем кулаком ударил? Потому что там комар был. Комара в чашку толок. Ну комара-то вот так вот, такое злобное лицо, и так, разве комара так делают? И не раньше, делают. Не позже. Когда сказали? Что сказали, делают. У тебя есть шанс начать все по-другому. Мы поговорим с мамой, чтобы ты остался до 3 августа. Нет! 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 Это сатана кричит, потому что с ним здесь... Вот я с папой поговорю, скажу про папу. Я не парень. Буду! Вот, а кто тебя спрашивает-то будешь? Будешь жить? Не буду я жить! А что? Я решаю, буду! У нет! Нас ты решаешь, у тебя ничего нет. У тебя ни воли нету, ни силы, ты решаешь. Не ты ничего не можешь решать. Ты ничего не можешь решать, потому что ты никто еще. Ты маленький. Я человек. Ну, человек, название есть, а человека-то и нет еще. Ты еще ребенок маленький. Тебе долго-долго еще надо набираться ума. Представь себе, в таком состоянии он находится. Это вот это такое состояние, по какой причине? Папа тебе сказал, что 12 лет будет тебе. Я не еду. А, ты вот так вот перед мамой это сделал, наверное, концерт этот разыграл. И мама что? И мама сказала, Ромочка, только 2 недельки. Уговорила тебя, да? Да. Вот и... А нас никогда не уговаривали, мы этого не знали. Отец сказал, надо, и нас здесь терпеть. И теперь ты думаешь, что мама там концерт папе закатывает, и все, и Рому надо обязательно... Она уже побежала! Она побежала мне! А что кричишь-то? Истерику закатываешь? Сопли распустил, как и...